Ты слышишь это? Ты слышишь этот запах? Это шашлычки. Потому что в Фельдмана-Копарке сегодня фестиваль уличной еды. И Ум-Бум-Шоу сегодня посвящен только еде. Самой вкусной, самой классной, самой еде. Катя готова ответить на 3 самых сложных вопроса, связанные с едой. Да. Точно? Да. А если ошибешься? Нет. Точно? Да. Кушать любишь? Не очень. Не очень? А вкусно кушать? Тоже не очень. Пиццу любишь? Да. Ты знаешь эту девочку? Она моя подружка. Правду она говорила, что она кушать не любит? Нет. Какая пища похожа на веревочку? Картошка. Перепутали немножко полярности Италию с Белоруссией. Спагетти. Ты что, знаешь итальянский? Нет. А откуда ты знаешь, что веревочка это спагетти? Она называется спагетти. Это же она такая длинная, как веревочка. Паста. Паста? Зубная? Нет. А какая? Макароны. Ну, наверное, спагетти. Что же там такое-то? Это что там? Рэперы какие-то. Корова. Корова хрустальная? Из крабового мяса. Свинина. Теленок? Теленок? Ну, из краба, конечно. Кроля, может. Кроля? А че нет? Тигр. Тигр? Какой? У бабушек, которые в Советском Союзе жили, у каждой в квартире такой был. Не у каждой. Но был. Да. Хрустальный тигр. Да. Редкий. Да. Хамелеон. Хамелеон? Логично, прозрачный. Все глубоководные рыбы прозрачные. А есть некая рыба, которая живет в озере, она еще и слепая. Вообще не повезло. Желе. Суфле. Мусс. Желе. Мусс. Потому что М мороз, М мусс. Наверное. Желе. Желе? Почему желе? Потому что оно застывает в холодильнике. А так, что ли, на улице не застынет? Ну, если только холодно. А, хитрое. Суфле. Почему суфле считаешь? Потому что оно холодное. Суфле холодно? Ну, суфле бывает холодно. Откуда ты? С Полтавы. Че ты уходишь от меня? Подойди поближе, не бойся. Так встань, все, мы звезды с тобой, телеведущие Экопарк ТВ. Бисквит. Тирамису. Суфле. Безе. Безе в смысле? Нет, безе. Рулет. Рулет? Да. То есть рулет у тебя связано с поцелуем? Сердечко. Ну давай, любое пирожное назови. 3, 2, 1 и... Макаруны. Макаруны? Это у тебя в голове музыка играет? Ум-бум-шоу! 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 Отлично! Давай пятерочку! Да не, ребят, все. Ум-бум-шоу прошлый век. Угадайте, кто новый шеф-повар Фельдман Экопарка? Ты-ча! Конечно, я. Шашель, будешь за мой счет? Да, ребят, я же вам сказал. Сейчас будет. Не, если хотите, можете чуть-чуть подождать. Я потом вам расскажу, как я стал поваром. О! Ты приходишь ко мне на кухню и просишь меня снять Ум-бум-шоу, и ты не проявляешь ко мне никакого уважения. Да кто ты после этого?
Знаешь, кто проживает на дне океана? Тот, кто предал честь кухни и не помыл после себя сковородку.